Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня такой тоскливый день, целый день идет дождь, и я, честно говоря, не рассчитывал для вас снять никакого видео, но вдруг я получаю письмо, и в этом письмо видео, которое послала мне наша подписчица, зритель Инга Багалишвили, та самая, которая выиграла ту викторину, которая у нас была на тысячном видео, на 1000 подписчиков. Я был очень удивлен. Посмотрите. Подарок. Спасибо большое, что прислали. Спасибо, что сделали такой конкурс. Спасибо за эту идею. На самом деле не верилась. Просматривала много раз. Думала, может, я ошиблась, и это не мое имя было названо. Но, к счастью, мое. И, к счастью, я обладательница вот этого вот замечательной вот этой картины, которая на самом деле сделана очень здорово. Очень много времени и сил, как видно, потрачено на нее. Я с удовольствием посмотрела все ваши видео, и я очень рада получить такой вот сюрприз, такой вот презент из Праги, из города, который я обожаю. Инга, спасибо большое за такое развернутое видео. Честно говоря, я даже не рассчитывал, что вы что-то пришлете. И прошу вас, дорогие зрители, напишите мне, пожалуйста, в комментариях к этому видео те темы, вопросы, которые хотите, чтобы я на них ответил. Потому что собираюсь снимать новое видео с ответами на ваши вопросы и хочу максимально охватить темы, которые вас интересуют. Спасибо большое. Пока-пока.